Вам не кажется, что я свою жизнь впустую трачу? Каждый божий день ты избавляешь мир от болезней. Да ничего подобного. А как же твоя игра? Ты в ней рекордсмен. Теперь ты один из нас. Пошел, пошел, пошел! Поздравляем, ты избранный. От авторов полного расколбаса. Мы из 2162 года. Все события биотических войн, правда. Игра — это программа тренировки, которую мы отправили в прошлое, чтобы найти человека, способного нас спасти. Ты первый и единственный, кто прошел игру. Последний звездный боец. Ты мне сюжет кинчика пересказываешь. Что такое кинчик? Это часть твоего арсенала? Нет, и положи на место, на нем автограф. Твою ж мать, я за него единственный биткоин выложил! Ты поможешь нам остановить Крониша. Его исследования приведут к гибели человечества. Он просто ищет лекарство от герпеса. Помни, наше дело правое. Что, лекарство от герпеса погубит человечество? Вот же срань. Теперь ты один из нас. Ладушки. Спасти будущее. Вернемся в прошлое, убьем Крониша в детстве. Ни за что. Детей убивать нельзя. Они неуязвимы? Нет, они беспомощные и очень мягкие. Супер, как нож в масло. Может, только уборщик? Если он не заразится герпесом, то лекарств искать не будет, и мы предотвратим страшное. Расчистив прошлое. Обломаем его одним приемчиком из будущего. Алло, Тина! Помнишь, Майкл искал новое движение для танца? Считай, что уже нашел! В ноябре. Нужно смешаться с толпой и не выделяться. Руки на стол! Мы из вашего времени! 80-е рулят! Так ты путешествуешь во времени? Чтобы я остался в живых. Да. Я думал, в прошлом будет весело. А это какой-то бред собачий. По-твоему, это что, игра? Да, и я лично купил ее в магазине игр себе на днюху. Вмешаться? Да не, справиться. Да! Человек будущего. Все серии 14 ноября.